Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Помощи Божией в неустанном служении. Митрополит Аристарх совершил благодарственный молебен в Кафедральном соборе в день своего рождения. К защите выпускных работ готовы. Студенты кафедры теологии и религоведения КИМГИК сдали государственный экзамен. 28-е международные. В Москве состоялись традиционные рождественские чтения, в работе которых приняла участие и делегация из Кузбасской митрополии. Посиделки с друзьями. В Березовском прошла праздничная встреча участников проекта «Настоящий отец». Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский, молитвенно отметил день своего рождения. Помолиться вместе со своим архипастырем в Знаменский кафедральный собор Кемерово собрались епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, представители трех епархий митрополии, клирики, монашествующие и миряне Кузбасса. В этот день православная церковь прославляла подвиг святых апостолов, которому владыка и посвятил свое слово перед началом молебна. Согласно православному вероучению, апостольство является одним из важных, главных свойств истинной Церкви Христовой. И не случайно это свойство исповедуется за каждой божественной литургией при пении символа веры. Мы говорим «верую в единую святую, соборную и апостольскую». Прославляя святых учеников Иисуса Христа в этот день в памяти, вознесем и нашу соборную молитву о том, чтобы их молитвенное предстательство помогало укореняться, укрепляться Слово Божие в сердцах и душах тех, кто трудится в нашем Кузбассе. Пусть это слово их молитвами всегда, как путеводная, как вифлеемская звезда, сияет в нашем родном крае. Всех, кто ищет Бога и спасения. Во время молебна владыка прочел отрывок из Евангелия от Луки об исцелении 10 прокаженных, а также вознес благодарственную молитву Господу Богу. В завершении диакон провозгласил многолетие. Дорогие отцы, братья и сестры, я поздравляю вас, дорогой владыка, с этим торжественным днем вашего рождения. Слава Богу, что когда-то много лет назад вы появились на свет. Слава Богу, потому что под вашим мудрым управлением наша Кузбасская митрополия уже сколько, давайте посчитаем, с 2006 года, сколько лет прошло? 14? Вот, почти 14, пока 13 с половиной лет. Батюшки Новокузнецкой епархии, которыми вы мудро управляли 8 лет до того, как туда был назначен ряд, также помнят вас, любят. Председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями администрации Кемеровской области Евгений Иванов зачитал поздравительный адрес главы Кузбасса Сергея Цивилева. Позвольте выразить вам глубочайшую признательность за подвижнические труды и заботу о приумножении веры, надежды и любви в человеческих сердцах, плодотворную просветительскую, миссионерскую деятельность, активное социальное служение. Спасибо вам, уважаемый владыка, за укрепление стабильности и спокойствия в обществе, сохранение межрелигиозного и межнационального мира, воспитание наших сограждан в духе любви к своей родине, молитвенную помощь всем нашим землякам и поддержку инициатив правительства Кузбасса. Благоденствия и добра вам, вашим родным и близким, на многое-многое лето. С уважением, губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. В этот же день в Кемеровском епархиальном управлении состоялась встреча Сергея Цивилева с правящим архиереем. Вы огромный молодец. Такой вклад делаете в духовную жизнь Кузбасса. Мы вам все очень признательны. Спасибо вам за ваш труд. И мы очень гордимся, что вы работаете на Кузбасской земле. Глава региона поздравил владыку Аристарха со знаменательной датой и передал архиерею памятный подарок и приветственный адрес. «24 января, в преддверии Дня памяти святой мученицы Татьяны и Дня российского студенчества, глава Кузбасской митрополии посетил Кемеровский государственный институт культуры. На кафедре теологии и религиоведения института владыка принял государственный экзамен у учащихся выпускного курса заочной формы обучения».
Существует два критерия, по которым таинство отличается от обряда. Во-первых, все таинства, они богоустановлены и так или иначе связаны с земной жизнью Господа нашего Иисуса Христа и Его апостолов. Все остальные священнодействия, они появились уже значительно позже. Вместе с митрополитом в состав экзаменационной комиссии вошли председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями правительства Кузбасса Евгений Иванов и заместитель заведующего кафедры теологии и религиоведения КИМГИК Геннадий Миненко. Ну, по поводу святотатства, уточнить, святотатство, два слова, правильно, святое и тать. Украсть святыню. Значит, это не поругание, а это воровство. Воровство святыни. Ну, допустим, там сосудов, алтарей или еще каких-нибудь, понимаете, не денег, а вот именно святых, священных предметов, утвари там и так далее, называется святотатство. Все студенты успешно прошли экзаменационные испытания, заслужив положительные баллы, и теперь им предстоит готовиться к защите выпускных квалификационных работ. Алексеев Антон, оценка отлично. Антоненко Светлана Владимировна, оценка хорошо. Гутович Андрей, священник, оценка хорошо. Лисова Наталья Станиславовна, оценка отлично. И Чашникова Лариса Юрьевна, оценка отлично. Сразу после экзамена Владыка вместе с ректором вуза Александром Шунковым встретился с лучшими студентами учебного заведения. На протяжении нескольких лет, второй год это уже получается, Владыка Аристарх посещает наш вуз, ну посещает не просто так, а вот совпадает еще и с его здесь служением. За чашкой чая архиерей рассказал молодым людям о святой мученице Татьяне, которая является небесной покровительницей студентов. День студента не случайно, я думаю, привязан к Дню памяти святой великомученицы Татьяны. Почему, как вы думаете? Наверное, последующая причина. На ее примере каждому человеку, особенно молодому, дается ответ. А в чем смысл его жизни? И вот эта молодая девушка, которая пострадала мученически за свои религиозные убеждения в начале III века, она воочию перед всем миром сказала об очень важном. То есть у каждого человека в жизни должны быть ценности, ради которых, только ради которых, можно пойти порой на страдания и даже на смерть. В завершение митрополит напутствовал студентов и вручил им памятные подарки. В Москве состоялись 28-е международные рождественские чтения «Великая победа. Наследие и наследники», в работе которых приняла участие кузбасская делегация во главе с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом. января 26 перед официальным открытием чтений святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя. Его святейшеству сослужили главы поместных церквей, руководители синодальных отделов, архиереи, участвующие в рождественских чтениях. На богослужении присутствовали представители правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, настоятельницы ряда женских монастырей Русской Православной Церкви, участники 28-х международных рождественских образовательных чтений. Здесь, под стенами Храма Христа Спасителя, собирается наш актив, который работает на острие тех задач, которые сегодня Церковь определяет в отношениях с обществом. И, конечно, наиболее важным направлением этой работы является образование, преподавание основ православной культуры в школах, вообще преподавание в средних учебных заведениях разным способом, факультативно, добровольно, как угодно, но того, что способно открыть нашей молодежи понимание основ духовной жизни, а также роли и значения церкви. Победа.
Короткое слово, за которым стоят долгие 4 года нечеловеческих усилий. Как и ради чего мы воевали? Как и почему мы победили? В чем сегодня основа и смысл патриотизма, подвига, жертвенности для нас, наследников Великой Победы? Для меня победа в Великой Отечественной войне – это великое явление героизма всего нашего народа. На следующий день в Государственном Кремлевском дворце на торжественном открытии 28-х международных рождественских чтений представитель Русской Православной Церкви отметил. Мировосприятию православного христианина совершенно чужды ненависть, жажда мести и вражда. Мы стремимся следовать словам Спасителя: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Этот призыв Господа, к сожалению, был воспринят некоторыми мыслителями как однозначный пацифизм. Но христианство не имеет ничего общего с так называемой идеологией пацифизма. Но Христос говорит о добродетелях всепрощения, любви к врагам и невоздаянием злом за зло, как о личном подвиге человека, о его внутреннем духовном делании. Пацифизм же призывает отказаться от сопротивления злу на социальном, государственном уровне, ставя под удар систему общественных отношений, принципы справедливости и гражданского согласия. А когда люди безвольно и безропотно принимают зло, соглашаются с ним и склоняют пред ним голову, оно неизбежно побеждает. Невозможно прекратить войны в мире, пропитанном ненавистью и злобой. Но сопротивляться злу нужно так, чтобы это зло нас не захватывало, не порабощало наше сознание, не ослепляло наше сердце ненавистью, жестокостью, безрассудством. Один из великих святителей нашей церкви, митрополит Филарет Дроздов, нашел удивительные по своей точности и глубине слова, которые можно назвать своего рода рецептом того, как должна проявляться истинная христианская любовь, если необходимо защищать Родину и веру. Цитирую: «Гнушайтесь врагами Божьими, поражайте врагов Отечества, любите враги ваши». В 2020 году этот форум открыл череду государственных, церковных и общественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ваше святейшество, уважаемые коллеги, заложенный в результате Великой Победы правовой фундамент международной архитектуры остается важнейшей опорой в деле эффективного преодоления общих для всех народов вызовов и угроз, поддержания глобальной и региональной стабильности. На это нацелена инициатива президента России о проведении в нынешнем юбилейном году специального саммита лидеров 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые в соответствии с ее уставом несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Поддержку этой инициативы уже высказали лидеры Китая и Франции. Суть ее в том, чтобы самым серьезным образом, без политизации, идеологизации, без оглядки на электоральные циклы, рассмотреть пути снижения напряженности, которая опасно нарастает в последние годы, пути, которые позволят остановить дальнейшее сползание мира к конфронтации. В работе рождественского форума приняло участие более 15 тысяч человек из всех регионов России, ближнего зарубежья, Соединенных Штатов Америки, Венгрии, Германии, Сербии, Швейцарии, Швеции, священнослужители, представители Совета Федерации и Государственной Думы, члены правительства России, представители региональных органов власти, общественные и политические деятели, представители традиционных конфессий, деятели науки, культуры и искусства, педагоги. По завершении официальной части состоялся праздничный концерт. Уже 28 января в Совете Федерации прошли 8-е рождественские парламентские встречи и состоялось традиционное награждение победителей всероссийских конкурсов за нравственный подвиг учителя и красота Божьего мира. В номинации «Роспись по фарфору» за первое место в возрастной группе с 13 до 17 лет орденец Вероника, 14 лет, работа «Кремль, колокольня Ивана Великого», город Кемерово, Кемеровской области.
На чтениях, которые проходили в Москве с 26 по 29 января, состоялось более 120 мероприятий. Круглых столов, конференций, совещаний, мастер-классов, посвященных всем сферам служения церкви. В работе секции приняли участие и члены Кузбасской делегации. Так, например, руководитель молодежного отдела Кемеровской епархии протоиерей Сергий Симиков выступил с докладом на международной конференции «Перспективы и возможности развития всецерковного православного молодежного движения», которое проходило в рамках чтений. Отец Сергий в своем докладе выразил предложение разработать молодежный образовательный проект, в котором люди могли бы получать знания без специального поступления в учебные заведения. Всего с учетом региональных рождественских чтений участниками 28-го форума стали 184 епархии Русской Православной Церкви из 12 стран мира. В Березовском в рамках проекта «Настоящий отец», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов, прошли рождественские посиделки. Что такое посиделки? Это встреча с друзьями, когда под звуки скрипки и проникновенные стихи участники погружаются в рождественскую атмосферу, после чего по старинным традициям разыгрывают обряд колядования. Руководитель проекта Марина Картавая предложила участникам разделиться на команды, чтобы показать, в какой мере каждая из них знакома с традициями – христославлением, колядками, поздравлением и похвалой хозяев. Импровизации получились яркие и креативные. «Наделил бы вам Господь и житьем, и бытьем, и богатством, да дай вам, Господи, еще лучше того! Рождество, Рождество, в доме елочка стоит, а в пещере под ней младенец лежит». В посиделках самое деятельное участие приняли неизменные и верные друзья проекта. Семья отца Анатолия и матушки Иоанны Штефанов, супруги отец Роман и матушка Ольга Анкудиновы, их дети и солисты ансамбля казачьей и военно-патриотической песни «Наследие». Раз, два, три, хором! После колядования и христославления все дружно угостились сластями, а после чаепития участники праздника разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, играли в хороводные игры. «Я живу под самой крышей, даже страшно глянуть вниз. Я могла бы жить и выше, если бы крыши там нашлись. Сосулька, сосулька». Творческим десертом вечера стали музыкальные композиции в исполнении студентки Новосибирского музыкального колледжа Анастасии Картавой и ансамбля Кемеровского прихода «Преображение Господне наследие», который подарил гостям старинные распевные колядки. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня все. Увидимся через неделю.